Решил, значит, правитель пройтись по Багдаду, замаскироваться, внедриться в народ, узнать, чем народ доволен, чем недоволен, значит. Одел бороду, замаскировался, одел вот обычную одежду. Идет, значит, и натыкается на мудреца. Подходит к нему и говорит: слушай, мудрец, скажи мне, как мне сделать так, чтобы народ был доволен? Мудрец, недолго думая, говорит: а ты уволь все правительство. Тот такой: ну и что изменится-то? Ну и придут на их месте такое же варье, блядь. Ничего же не изменится. Мудрец говорит: согласен с тобой. Но знаешь, народ с детства привык к подарку. Ну даже пускай к самому бесполезному.